Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий оформлять полис ОСАГО со сроком действия от 1 дня до 3 месяцев. Новшество вступит в силу в 2024 году. Инициатива обосновывалась тем, что многие автомобилисты пользуются машиной не круглый год. Например, она им нужна только в летний период. Конкретные расценки на краткосрочную автогражданку позже сформируют страховые компании. Трасса 101. На рассмотрение российского правительства поступила инициатива о том, чтобы поощрять законопослушных автовладельцев скидкой по транспортному налогу. Если в течение года водитель не нарушал ПДД и не попадал в аварии, то он вправе платить только половину налога, говорится в документе. Логика выстроена такая: чем меньше происходит ДТП, тем меньше граждан обращаются за медицинской помощью. Соответственно, государство экономит на здравоохранении. Трасса 101. В нашей стране резко вырос спрос на услуги автовозов. Если сравнивать первые летние месяцы 2023 и 2022 годов, то заказывать доставку легковых авто этим видом транспорта наши соотечественники стали в 3 раза чаще. По данным компании «Авито», одним из самых популярных маршрутов следования является Владивосток-Москва. Средний ценник — 150 тысяч рублей. Также россияне охотно перевозят авто из республик Северного Кавказа, Армении, Грузии и Белоруссии. Трасса 101. В России начали продавать еще один электрический кроссовер из Поднебесной. Цены на IMLS-7 стартуют с отметки почти 9 миллионов рублей. При этом в Китае он стоит в 2,5 раза меньше. Электрокар укомплектован 2 моторами общей мощностью почти 600 лошадиных сил. На разгон до сотни уходит 4,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на уровне 200 км в час. Запас хода 600 км. В перечне оборудования есть круиз-контроль, климат-контроль, кресло с подогревом и вентиляцией, панорамная крыша с люком. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».